Всем большой привет подписчикам и интересующимся теплотехникой, забредшим на мой канал. Сейчас я провожу эксперименты с так называемым солнечным концентратором, который сделан из прожектора. Корпус прожектора на 5 кВт, который имеет параболический отражатель очень хорошего качества. И в нем вмонтировано вместо лампы теплоприемник в виде трубки, зачерненной трубки. Вот она, трубочка. Она в фокусе как раз находится вместо лампы, на которой за счет концентрирования солнечного света собирается тепло. И тепла достаточно много. Площадь его аппаратуры или площадь сбора примерно 0,5 квадратных метра. То есть можно собрать около 300 ватт тепла. Чтобы это тепло как-то оттуда убрать, вытащить, я применил тепловую трубку, термосифон. Вот она, тепловая трубка, на кончике которой укреплен датчик температуры. И у меня это тепло с помощью этого термосифона вытаскивается наружу, который я могу потом завести куда угодно. Но так как трубка тепловая у меня заполнена спиртом, у него температура кипения 78, то мы имеем много-много тепла с температурой. Вот она на конце, 83 градуса. Это температура на кончике тепловой трубки. Но тепла очень много. Тепловая трубка способна передать тепла в 1000 раз, до 1000 раз больше, чем медный стержень этого рассечения. А вообще на этом концентраторе температуру я поднимал в солнечный день до 140 градусов. Он у меня закрыт стеклом, и температуры 140. Этой температуры уже достаточно, чтобы что-то с ней делать. То есть можно даже жарить, сделать типа шампура. У меня есть на канале шампур-термосифон. И жарить те же сосиски или хлеб на этой солнечной печке. Вот температура 85, но тепла этого очень много, то есть его можно отнимать достаточно эффективно, если сделать какой-либо теплообменник и завязать его с системой подогрева воды. Вот такая вот интересная печка, солнечный концентратор из прожектора на 5 кВт. А тепловая трубка просто вытаскивается из внутреннего теплоприемника, он у меня полый, вот она, и помещается в него. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на мой канал.